конечно, прямой Ермаков, Никита Роман, города Москвы. Передает он эстафету Сафронову Артему. Сафронов Артем на четвертом этапе был завершать квалификацию команды города Москвы. Сафронов Артем. Чисто, Артем по дистанции пытается сохранить Викинга, с которой передали ему эстафету. Сафронов Артем, кстати, города Москвы, все у него получается безошибочно. Наверняка хороший результат покажет команда города Москвы. Так, финишная прямая команда города Москвы. Сафронов Артем финиширует, ждем результат. Начинают. Первый этап проходит свою дистанцию. Четыре представителя, каждый лучший из своей команды заработал рейтинг для команд. Затем включение финишной черты. Здесь у нас оборудование стоит, все готово, чтобы было все согласно регламенту. Создаваем затем тур отмашку. Представитель команды выражается на стартовую горе. Вылез. Данная передача и эстафеты второй, там третий и четвертый, там, соответственно. Самое важное, что нужно соблюдать правила передачи эстафеты. Бороться до финишной черты, до звания лучшей команды в нашей стране, чемпионат России, гонка эстафета. Так, друзья, последнее приготовление команды занимает стартовые позиции. Две команды Республики Молдова и команда города Москвы и Санкт-Петербурга. Имени они представили членом Дрезда, чемпионата России, гонка эстафета. Занимают ребята стартовые дорожки. Бондаренко Ярослав, чемпион России, Кешенко Евгений, чемпион России, Областная Светлана Гроза, призер Салон Максим, Дмитрий Перестя. Россия 2019 года. Именно эти люди будут задавать ритм для своих команд. Итак, уважаемые друзья, финал, гонка, эстафета, чемпионат России. Все готово. Нервы напряжены, зрители готовы. Можно давать старт. Сотого забора отправляется в подъем. Тактику выбрала команда города Москвы и команда Республики Мордовия. Мужики и женщины сейчас на дистанции. Все это будет меняться очень динамично. Это все будет сейчас меняться по ходу дистанции. Кешенко Евгений, Дмитрий, Кубов, Максим, Бондаренко, Ярослав, Однакина, Светлана. И вот это последствия они сейчас будут. Это значит, что команда Москвы и команда Республики Мордовия выбрали девушек на первом этапе. Все будет меняться, все будет очень динамично. Давай, Света! Бондаренко, Однакина передает эстафету. Так, отправился второй этап на дистанции. Кадышев, Твердой, Раюшкин, Бояров именно. Какой последствия они двинутся, представители. На втором этапе от своих команд Кадышев, Александр, Светлый, призер чемпионата России двух дел. Но сейчас он лидирует от своих команд. Другой Александр. Давай, Тёма! Давай, Артём! Давай!
Давай, давай, Дима, давай! Давай, давай, давай! Давай, давай, Дима, молодец, давай! Третий. Кто на основании идеи была гонка на время. Сейчас также мы увидим победитель эпизодов данной дисциплины. Второй соревновательный день олимпийской дисциплины. Дисциплина классик вчера. У нас состоялась была прямая трансляция на трех информационных площадках. YouTube-канал Федерации Велосипедного Спорта России, телеканал Спорт-Рекс, также транслировал заново наше мероприятие Триколор ТВ, также транслировал наше мероприятие на трех информационных площадках. Все это мы сможем с вами наблюдать в протяжении долгого-долгого времени. Переходите по ссылкам, которые размещены на всех социальных сетях, на информационных площадках. Давайте вместе устроим грандиозный взрыв, можно сказать, это мы сходим, чтобы все это у нас было, чтобы велосипедный спорт BMX Race у нас развивался, шумел, гремел по всей нашей стране. Так, уважаемые друзья, готовится торжественная церемония награждения. Первый соревновательный день, дисциплина гонки на время. На всем мы наградим лучшие команды нашей страны, чемпионат России, дисциплина и эстафета. То, что мы с вами увидим, мы сегодня все вместе должны собираться. Будем их всех приветствовать, поздравлять, так, уважаемые друзья. Буквально 4 минуты остается до торжественной церемонии награждения. Сейчас пока 2 минуты буквально пройдет. Спасибо. Год. Давайте все мы здесь с вами соберемся. Мы сейчас наградим наших победителей и призеров дисциплины гонка на время. Затем мы наградим лучшие команды дисциплины эстафеты. Все мы с вами это сейчас увидим непосредственно. Здесь сейчас. Итак, уважаемые друзья, пожалуйста, сегодня награждение вас приглашаю. Так, уважаемые друзья, торжественная церемония награждения будет поздравлять наших победителей и призеров за ректор воспитательной школы города Пензы Крестов Сергей Владимирович, президент Федерации велосипедного спорта города Пензы Пензенской области Крестов Сергей Олегович, главный тренер сборной команды России по велосипедному спорту BMX группы дисциплины фристайла BMX Race Костюков Павел Павлович. Итак, уважаемые друзья, чемпионат России, первый соревновательный день, у нас остался тоже вчера дисциплина гонка на время. Бронзовой призеркой стала представительница Республики Мордовия Сторова Наталья. Наташа, не забывайте, я поздравляю. Бронзовый медаль завоевала первый соревновательный день. Приглашаем тебя на пьедестал. А кто? Вы втроем. Я судья. Судья же он работает. Поздравляем Наташу, представитель Республики Мордовия, стала бронзовым призером чемпионата нашей страны. Итак, уважаемые друзья,
сегодня призером стала Ефремова Наталья. Ее сегодня нет у нас, она вчера не смогла участвовать в чемпионате России, сегодня принять участие. Мы в любом случае приветствуем, поздравляем ее с серебряной медалью. Победительницу чемпионата России 2020 года, дисциплина гонка на время. Бондаренко, Ярослава, город Москва. Глаза в глаза, говорят, девчонки на пьедестале. Подружки в жизни соперницы на трассе. Так, уважаемые друзья, чемпионки нашей страны, дисциплина гонка на время, Бондаренко Ярослава, победительница Суворова Наталья Бронзовой, призер. Поздравляем мы наших уважаемых банд. Спасибо большое. Гонка на время, чемпионат России, мужчины, элита. Бронзовый призер Пономарев Борис. Пономарев Борис, я поздравляю бронзовым призером. Пуста первый соревновательный день, не все получилось в финале олимпийской дисциплины. Но в любом случае тебя поздравляем, красавец, мужик, наверное, Борис, представитель республики. Удмуртия, бронзовая медаль. Серебряным призером стал представитель республики Мордова Кадышев Александр Саев, красавец, запрыгнет он на пьедестал. Серебряная медаль он завоевал. Саев, мужик, красавец, бился, также обновил он рекорд трассы. Поздравляю, Саня, тебя, просто рекорд дисциплины, дисциплины, гонка на время. И победителем чемпионата России 2020 года дисциплина гонка на время, республика Мордова, Клещенко Евгений. Поздравляем мы Женю, поздравляем мы республику Мордова. Победил Женя первым соревновательным днем. Клещенко Евгений стал лучшим данной дисциплины, обновил рекорд трассы. Именно ему принадлежит. Все хотят присоединиться к победителям и призерам данного соревнования. Итак, мужики на пьедестале, Пономарев, Кадышев и Клещенко, они были лучшими. Гонки на время, поздравляем мы вас, мужики, просто благодарю нашей страны. Спасибо, ребята, мы вас поздравляем. Итак, уважаемые друзья, сегодня мы с вами могли наблюдать дисциплину эстафеты команды ПРС чемпионата России. Третье место. Команда города Санкт-Петербурга. Мы вас поздравляем. Мамот Максим, Васькова, Виктория, Пусклова, Илья и Смирнов Александр. Боролись они за эту медаль. Мы их поздравляем. Для троих участников данной команды данный чемпионат являлся первым в том году. Они еще выступали с цепной юниор, но сегодня они уже стали призерами чемпионата нашей страны дисциплины эстафета команды города Санкт-Петербурга. Еще раз, Бесковный Илья, Баськова Виктория, Мамот Максим и Твердой Александр, олимпийской надежды Санкт-Петербург, бронзовые призеры. Похлопаем, друзья, молодцы, завоевали они свои бронзовые медали. Получили они свои награды, бронзовый призер команды города Санкт-Петербурга, серебряную медаль команда города Москвы. Итак, поздравляем вас, приглашаем на пьедестал Раечки, Михаил Сафонов, Артем Бондаренко, Ярослав и Ермаков, Никита, команда города Москвы, крепкие мужики. Бондаренко Ярослава заряжал, сдавал ритм для своей команды. Бондаренко Ярослава, чемпионка России в двух дисциплинах, сегодня ей достала серебряная медаль команды города Москвы. Вас поздравляем, Ермаков Никита, Сафронов Артем, Раюшкин Михаил и Бондаренко Ярослава. Поздравляем вас, вы стали серебряными призерами чемпионата России дисциплины эстафета. Поздравляем вас. Классно, вы сегодня боролись безошибочно. Все, вы сегодня сделали. Это позволило вам стать на серебряное. Встать на второе место. Пьедестала почета серебряная медаль, заслуженная вашей. Поздравляем нашей страны. Клещенко
Катышев, Турасов и Суворов. Именно они лучшие в команде в нашей стране. Так, поздравляем мы их команду Республики Мордовия Кешенко. Евгений сделал трифлмен. Он поменял гонки во время, победил в дисциплине гроссовки и стал лучшим в дисциплине эстафеты. Катышев Александр Серебряный победил Суворова. Наталья Серебряный победил Турасов. Дмитрий, пятое место чемпионата России. Представляете, какая команда? Они подтвердили звание лучше в нашей стране в дисциплине эстафета. Команда Республики Мордовия. Чемпионы России Клещенко, Катышев, Красов и Суворов. Именно они лучшие в нашей стране. Команда эстафета. Гонка эстафета, извиняюсь, велосипедный спорт. BMX Racing, город Пенза, чемпионат России. Получили свои защищенные золотые медали. Итак, аплодисменты! Это лучшие люди, лучшие лица в нашей стране. Велосипедный спорт BMX Racing. Спасибо, спасибо большое, уважаемые друзья. Это были великолепные три дня чемпионата России велосипедный спорт BMX Racing, город Пенза.